лет. Я на охоте. В качестве добычи у меня сегодня черные грузди, подберезовики, маховики и белые. А, еще подосиновики. Вот это у нас грусть черный. Давайте его вырвем. Вот такой вот он красивый. Молоденький. Берем. Попался. Это белый. Вот такой вот красавчик. Пойдет у меня за солку. Хороший. Грузденки. Первый. Второй. Побольше третий. Так, 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 так. Видел еще где-то. Так, сюда, сюда. Вот он. Вот он еще один. Часто встречаются вот такие красивые сыроежки. Но сегодня я их собирать не буду. Вполне съедобные, хорошие грибы. Единственный их минус, они очень хрупкие. А так и в супчик, и на обжарку вполне себе ничего. А еще у нас в лесу растет много черники. Вот ее зелененькие побеги. Ну, она уже вся отошла. Как-никак сегодня 28 августа. Так что продолжаем охотиться на грибы. Погода какая шикарная стоит. Еще раз напомню, 28 августа сегодня. На улице около 20. На солнце, мне кажется, все 25. Самое время погулять по лесу. А это что у нас? А это подгнивший мухомор красный. Идем дальше. О! Подосиновики. Какого хрена вы тут сидите? О, какие классные. Собираем. Вон какая куча грибов. Вы, наверное, догадались, что это. Вернее, кто это или как. Да. Это съедобные грибочки. Вон какие красавцы. Это опята. У нас их зовут королевскими. Мне кажется, еще подойдет им название осенние. Они съедобные, люди собирают, я не беру. Какие они красивые, да? Прям можно взять ее на заставочку к ролику. Точно, сейчас сделаю фотку. Готово. Вот еще что-то нашел. Хрен знает, что это такое. Сейчас посмотрим. Ну, мы их зовем маховики. У них такая пористая шапочка снизу. Сверху они обычно коричневые. Съедобные, вкусные. Вот грузденок. Где-то я еще видел. Сейчас вам покажу. Он забрался на чужой участок. Он просто прилегает к лесу. Вон, видите, еще не закрыт. Так, где у нас еще деревья? О! Сыроежка маскируется под грусть. И вот грусть. А вот это у нас похоже на свинягу. Вот эта штучка. Свинушка, да. Но это условно съедобные грибы. По вкусу они мне очень нравятся. Отварить и пожарить они похожи на жареную печенку, что ли. Они такие вот с металлическим привкусом. Не знаю, как кому, но мне очень нравится. Конечно, можно их собирать, но лучше подальше от дорог. Потому что все грибы любят впитывать всякие тяжелые элементы от выхлопов, от машин. Ну, и пахнут они классно, кстати. Ладно, забираем. Тебя, дорогая, ставим здесь. А тебя заберем. Не червивый. Что у нас еще есть? Что-то здесь. У-у-у. Так, это мы уже сорвали.
Вот еще один молоденький красавчик. Кто это у нас? Сейчас посмотрим. Ну, честно, я не знаю, что это. Это какой-то боровик, маховик. Я их ем. Да и, в принципе, все едят. Похоже на подосиновик что-то. Если вы знаете, что это за гриб, так, наводись, напишите в комментариях. Пахнет он немножко сыростью. Не именно грибами, а сыростью. Еще что-то нашел черное. Это у нас плесневелый. Либо свинушка, либо сыроежка, либо грусть. Похоже на свинушку. Так, еще вот я нашел какой-то большой гриб. Это похоже на белый. Да, это белый. Настоящий. Он такой красавчик. Сейчас снимаю. А, вот и нашлась еще у меня ашек два. Два груздя. Вот отсюда уже вижу подосиновик. Так, вон он. Вон он, вон он, вон он. Вот он. А тут еще у меня совсем маленький груздик сидит. Он какой-то покоцанный. Ладно, возьмем, посмотрим. А вот еще грусть. Я на него, кажется, наступил. Он червивый. Хождение по лесу у нас — это не совсем безопасное занятие. Здесь можно встретить и лосей, и кабанов, и лис. И вот, смотрите, какие грибы можно встретить. Ёкарлы-бабы. Кто это? А это... Так, кто это? Как мне взять камеру? Кто это у нас? Старенькие маховички, вот как зовут. Червивый. А ты... Ну, тебя сейчас разрежем. Скорее всего, тоже из червивого. Бродить по лесу сейчас очень комфортно. Сухо. Комаров нет. Так, единичные попадаются. То бывало зайдешь в лес, тебя заедают. Без средств от комаров никуда. Обожаю вот эти подушки. Классные. Деревья красивые. Вон, вижу какой-то гриб. Идем посмотрим, что это. Опять переростки. А ты вдруг кто? Подберезовик. Вот это подберезовик. Правда, тут берез нету. Гуляю уже где-то полчаса. Вот одну треть ведра набрал черных груздей. А вот здесь вот каша-малаша. Так, это не туда положил. Здесь у меня подосиновики, подберезовики, даже вот сыроежки. Вот какие они разные. Маскируются непонятно под кого. Вот сыроежка и вот сыроежка. Комар. Идем дальше. А вот эти красавцы называются дождевики. Когда они молодые, их можно кушать. Старые же они... выпускают из себя, сейчас покажу, что табак. Смотрите. Вот, видите, какие черные. А когда молодые, они внутри беленькие. Вот, например, вот этот. Съедобные. Их можно отварить, пожарить на растительном масле с лучком. По вкусу они похожи на жареную курицу. Очень вкусные грибы. Но здесь, в этой местности, их не собирают. В детстве мы их собирали. В лесу очень много тропинок. Непонятно, кто их протоптал. То ли животные, то ли люди. Вот очередная сыроежка. А вот здесь под деревом меня ждет подберезовик. Но, похоже, он старый. Мягкий. Да, он старенький.
такой гриб мы брать не будем. Главное правило при сборе грибов: если вы не знаете, что за гриб, просто его не берите во избежание отравлений. Хотя слушал лекцию одного ученого, не знаю, как специальность у него называется, он занимается грибами. И он рассказывал, что отравиться грибами из нашего леса очень сложно, нужно постараться. А так, если правильно отварить грибы, правильно их приготовить, в принципе, практически все съедобные. И я как-то верю в это. Ну что у нас может быть ядовитым? Мухомор. Ну не супер он ядовит. Отвари его получше. Раза два-три. И приготовь по своему усмотрению. Вполне можно съесть. Ну, конечно, я этого не делаю и вам не советую. Бледная поганка. Если честно, ни разу не встречал. Внешне мухоморы прекрасны. Посмотрите, какой красивый. Молоденький. Красавец. Возвращаясь к живности. А еще у нас в лесу водятся клещи. Клещи. Не знаю, как правильно сказать. Не часто, но некоторые ловят. Я ни разу еще не поймал. Собака у меня ловила. Еще у нас водятся медянки. Такие змейки. Насчет ядовитости не изучал. Говорят, что не ядовитая. И черные гадюки бывают у нас. Здесь видно, что кто-то ходил. Валяются обрезки грибов. Вот он. Сидит в тени, поэтому весь такой бледненький. Но это точно подберезовик. Да, подберезовик. И 100% он не червивый, не гнилой. Поганка. А вот здесь, посмотрите, какой красивый. Вон какой красавец. Прям подберезовик, подберезовик. Плотный. Серенький, как положено. Ведерко его. Очередной дождевичок. Беленький. А он не плотный. А, он плотный. Вот этот есть можно. Сейчас покажу вам чудо. Очень красивый. Прям как на фотосессию появился. Посмотрите. Белый. Толщина ножки около 5 сантиметров. Срываем. Вот такой красавчик. Надо зафоткать его. Вот прям два подряд. И не сразу его заметишь. Смотрите, как зарылся. Но тут мягкая ножка. Скорее всего, он весь червивый. Ну вот, как я и говорил. Шляпка тоже мягкая. Так что прощай, друг. Вот этих друзей вообще можно было и не заметить. Я просто отодвинул ветку. А, тут один. Что это у нас? Скорее всего, подберезовик. Вот он, да. А он тут даже и не один. Любят они такие солнечные места. Проветриваемые. Второй. А вот тут еще один. Вот он, третий. Вот этот молодой. Вообще хороший. Я, конечно, не фанат сбора грибов. Но иногда поползать по лесу можно. Вон, одни какие-то поганюшки везде. Похоже, кстати, на луговички, ну, леснички, наверное. О! Вот он. Это у нас подосиновик. Правильный подосиновик. Молодой, плотный. Скорее всего, не червивый. Ведерко. А здесь, наверное, вторая свинушка. Ну да. Вон, хорошая свинятинка такая. Я бы ее съел. Так, где-то я тут видел белый, 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 белый. Вот он. А вот он беленький. Вот такой хороший белый гриб.
А вот здесь на дереве, похоже, была вышка, с которой выслеживали кабанов. Видимо, это было очень давно, потому что деревья выросли, ступеньки отвалились. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. А тут смотри, что. Ёшкин кот. Вот они всегда здесь, кстати, растут. В этом месте. Вот какой красавец подосиновик. Вот еще один. О, суперский. Сейчас надо вокруг походить. Они тут часто растут. Если повнимательнее посмотреть на этот мох и немного пофантазировать, можно представить, что это лес. Или даже джунгли, наверное. Красиво. Прям хочется на него прилечь, но мне кажется, тут можно наловить все что угодно, в том числе и клещей. Еще змеюка цапнет. Подосиновики не прочь вырасти вот в этом мхе. Вот первый. Ну, вот этот какой-то обглоданный. И еще где-то был бы побольше. Вот он. А вот эта сыроежка замаскировалась под подосиновик. Смотрим. Да, сыроежка. Я увидел его прямо отсюда. Тихо, чтобы не спугнуть его коллег. Вот он. Красавец-подосиновик. О, какой. О, отличный. А, по поводу грибницы, не ругайтесь на меня, что я с корнями выдергиваю, потому что, в принципе, им ничего не будет. У них грибница огроменная. Ее при всем желании не выдернешь совсем. Вот тут грузенок попался, но он нехороший. А еще тут попадаются лисята. В смысле лисички. Вот такие вот красивые. Ароматные. Вот смотрите, как красавицы. Они всегда пахнут, на мой вкус, ягодами. Даже вареные. Тут еще где-то была. Где-то я видел. Вот она. Это помятая какая-то. Хотя, кстати, плюс в лисичках, они почти никогда не бывают червивые. Где-то еще видел. Вот на горочке сидит. А вон там, по-моему, я вижу подосиновик. Вот еще один лисенок. Ну что ж, прогулка, вернее, охота за грибами завершилась. Пол ведра у меня здесь получилось 10-литрового. Частично черные грузди, частично подосиновики. И во втором 5-литровом ведре подосиновики, подберезовики, немного лисичек, немного сыроежек. Что там еще у меня? И белые. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Если у вас есть годные рецепты по засолке груздей черных, напишите, пожалуйста, в комментарии. Счастливо!